сильно участвовала в этой игре. Сережа, кто это ты? Тем более, что у нас папа в роли. Во-первых, хочу поздравить с рождения ангела Сергея. Я для вас приготовила приз. Сделать мне еще не надо, приз обалденный. Сейчас покажу. Он у меня уже на столе стоит, потеет, потеет, остывает, остывает. Итак, дорогие мои, внимание, это ваш приз. Все, делать ничего не надо. Теперь тихонечко, я попрошу вас сесть. Тишина очень такая хорошая. Тихая тишина. Попрошу вас присесть вокруг этой бутылки на вытянутую руку. Вот так. Всех четырех. Сережа, садись. Очень аккуратно. Посмотрели на бутылку. А сейчас внимание. Расскажу-ка вам рассказ. В полтора десятка фраз. Лишь услышишь цифру три. Цифру три, цифра три, в голове отложилась цифра три. Приз немедленно бери. Все понятно, да? Итак, аккуратно. Бутылка пьющаяся, вы видите, там плитка. Шеф! Вы готовы? Однажды щуку мы поймали, распотрошили. Где хотите, там и держите, хоть в карманах. Ну, желательно не очень как крестно. Ну, хорошо. На коленке руки. Итак, однажды щуку мы поймали, распотрошили, а там внутри рыбешек мелких мы достали, да не одну, а целых пять! Внутри это слово, когда не цифра. Мечтает парень ваш знакомый стать олимпийским чемпионом. Смотри на старте, не хитри, а жди команды «Росла марш!» Когда стихи запомнить хочешь, их изобри до поздней ночи, а про себя и повтори разок-другой, а лучше семь! Однажды поезд на вокзале, мне 3 часа пришлось прождать. Ну что ж, ребята, приз не брали, когда-то приз-то надо было брать. Мне 3 часа пришлось прождать. Аплодисменты, Сережа! Ты нужен всем с праздником, дорогие мои! Давайте еще раз поаплодируем нашим всем Сергеям. Дмитрий, на утешительный приз есть там у нас? Есть, утешаем, чтобы не плакала, не кричала, не возмущала. Что у нас будет? Давай, давай, напишем.